Баян Есентаева снова теряет подопечную. На этот раз из-под влиятельного крыла уходит Акбота Айткулова, последние несколько месяцев певшая в трио Лошин. Официальный аккаунт группы сообщил, что отныне Лошин — это дуэт, и пожелали Акботе всего хорошего. Есентаева же дала понять, что Айткулова покинула коллектив из-за болезни, а также выразила надежду на то, что после исцеления девушка вернется в состав. Замену Акботе, как сообщает Баян, искать они не намерены.